Прекрасно. Кто тут отключился? 6 человек. 7. Зашибись. Давайте, рассказывайте. Как у вас дела? Что вы делаете? Илья, как дела в Москве? Привет. Срочно что? Давай, слушаю. Ты в Киме, а что ты делаешь в Киме? Ну, в смысле, ну, от репетитора до дома, да, от дома до школы езжу. Ну, я практически всегда езжу, да. И до какого ты в Киме, Илья? Да, нормас, конечно, если ты знаешь, ну, точно, сколько он там. Да, нормально, в общем. Да, в Порше. 7-го. Алин, все, дари парню ремень. И не парься, реально хороший подарок. В смысле, Илья, сессия. Как-то ты отдыхаешь. Привет. Миша, ты размечтался. Никто тебе ничего не подарит. Привет. А я вот жду маму в машине. Хорошо, Миша, я тебе подарю ремень. Я жду маму в машине, она пошла в магазин. Лучше Армани. Я живу на бульваре строителей. Вот. Да, Армани лучше. Илья, когда ты придешь в школу? А то ты, оказывается, ты в Кемерово, а я вообще не в курсе. И в школу ты не приходишь.